так. Я в Бургер Кинг почти. Самое время его протестировать. Покажу. И также покажу один лайфхак. Да, все. Три больших картошки фри, большой, то есть мороженое Твикс и большой Пепси. Не нужен. С собой здесь? С собой. Не нужно. Так, сейчас. А Пепси не дадите вам литровую стакану? Пока. Молодой человек. Да? Разрешено. Ничего не разрешено. Разрешено. Кем разрешено? На основании федерального закона о СМИ. Решение принесете, когда будете снимать. Я ж не вашу кухню снимаю. Так, лайфхак, короче. Сейчас мы... в чем заключается лайфхак? В том, что мы... вот эти вот со всех сейчас. Я могу? Да, да. Репортаж? Да нет, блог скорее. Вот там, кстати, ты сказать, что целый микс как раз и надо этот в Бургер Кинг сделать. То есть так вкуснее? Ну да, естественно. Я попробую. Сейчас мы будем ждать свой заказ. Ага, заказ мой. Угу, давайте. Так. Да. Так, покажу, как я попробую. А Бургер Кинг, потому что тут не всегда хорошо. Это, конечно же, вот эта вот литровая пепси, которую можно наливать сколько тебе влезет. Так, сейчас. А, вкусно. Вкусно, но пепси с ванилью был бы, ну, в общем, кафе обошел. Да. Сейчас мы пробуем мороженое. Очень вкусно. Картофель. А вообще самый такой в Самаре картофель в Бургер Кинг, самый крутой это Мегги. Нам это все не отправится.
здесь есть. В Мегасити. Да, вкусно. Вкусно, но папа что-то подкачивает. Наверное, срок годности уже. Но мороженое у меня нет претензий особо. И картофель тоже. А вот Пепси подкачивает что-то в Бургер Кинг в Мегасити. На этом все. Пока.